музыка. Вена – это вальсы, пирожные и, конечно, балы. Танцевальный сезон открывается в ноябре и длится до Пасхи. Всего в год здесь дают до 300 танцевальных вечеров. Этот бал филармонический, один из самых престижных. Его проводит Венская филармония. Все музыканты ради этого откладывают в сторону инструменты. Они танцуют, а для них играет приглашенный оркестр. Музыка, вальс, прекрасное настроение, элегантные наряды. Вы как будто в сказке. Вас переполняет красота вечера. Это потрясающе. Для этого перкуссионисты Венской филармонии — это 14-й бал. Балы — часть австрийской культуры и венской городской культуры. Балы этого сезона приурочены к карнавалу. Ничего случайного. Слаженность танца, безупречные жестов — результат многодневных репетиций с лучшими преподавателями. По традиции бал открывают дебютанты, самые юные из гостей. Уже на второй танец к ним присоединяются все приглашенные. В общей сложности свыше 3000 человек. На филармонический бал традиционно приглашают знаменитых дирижеров. В нынешнем сезоне оркестром руководит Густаво Дудамель из Венесуэлы. Здесь ты чувствуешь себя как дома. Да это и есть в некотором смысле семейное событие для жителей Вены, для музыкантов филармонии, и это очень осязаемо здесь. Обязательные вальсы и польки перемежаются более современными ритмами. Мне очень нравится видеть жену вот такой. Он впервые надел эти часы сегодня. Да, и очень этим горжусь. Я сама не из Австрии. Знаете, что меня здесь восхищает? Это чувство гордости, которое присуще жителям Вены. Они гордятся тем, что имеют, чего достигли. Потрясающее событие, правда? Это очень милая и старая традиция. Уверен, она намного переживет нас. Much more longer than we. I hope so.